Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и ребята-разработчики выложили нам информацию о том, что грядет халява, и слава богу, халяву я люблю. Ну а перед тем, как мы продолжим, быстренько нажимай на кнопочку подписаться и ставь колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Поддержи развитие нового, потенциально уматового, классного, веселого, интересного, познавательного канала. Буду тебе безумно благодарен, спасибо за твою подписку и за твой просмотр. Итак, ребят, будем твоей Валентинкой. Что это обозначает? Это обозначает, что с 10 по 14 число зайдите, ребят, в игру и заберите себе халяву. Что входит в состав халявы? Первое. С 11 по 15 февраля 7 побед во взводе принесут вам один из вот этих вот аватарчиков. Кому надо, кому не надо, это уже дело такое. Факт в том, что можно будет получить коллекционный предметик, почему бы, как говорится, и нет. Да, это не тот коллекционный предмет, который можно поменять там на свободку либо на голду, но в коллекцию почему бы и нет. И я еще безумно рад, потому что можно забрать наборчик 14 февраля, в который будет входить Валентайн и еще там всякая дребеденька. Я не знаю, что конкретно будет здесь внутри, нажимай, не нажимай, ничего не происходит, но то, что Валентайна будут раздавать, это факт, это очень классно, это очень весело, и я безумно рад по одной простой причине, потому что за 8 лет игры в эту великолепную игру я реально продал всего 2 машины и очень сильно об этом жалел. И вот Валентайн одна из этих двух машинок, а значит, он наконец-то вернется на свое законное место, чему я безумно рад, а разработчикам безумно благодарен. Итак, ребят, не пропустите, успейте, просто зайдите в игру в указанный период времени и заберите свой набор халявы. Что может быть вкуснее, чем что-нибудь бесплатное? Ну, наверное, только то бесплатное, за что вам еще и доплатят. Но сомневаюсь, что такое когда-то произойдет, хотя было бы неплохо. Спасибо вам большое за просмотр, бегом за халявой в указанный период, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и обязательно напишите мне, будете ли вы сражаться за вот эти аватары, потому что я пока не планирую, хотя во взводе играю довольно часто. Если вы хотите играть со мной во взводе, в том числе на стримах, ребят, на стримах играю абсолютно бесплатно. Для того, чтобы играть со мной на стриме абсолютно бесплатно в компашке, пожалуйста, отправляйте свои приглашения стать друзьями в игре, я буду безумно рад вам в списке своих новых знакомых, и обязательно возвращайтесь на мои видео. На данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока!